Всем привет, подписчики, зрители Макросного Капса, я Бургер, сегодня мы откроем Бравл Пасс. Конечно, я его не полностью накопил, тут мало чего остается открывать. Поэтому мы откроем все, что тут находится. У меня сейчас на балансе 171 гем. Что? Погнали, сейчас начнем открывать. Я копил это, я где-то копил с лета. И... Я купил Бравл Пасс. Так... Что, начнем? У нас тут довольно много чего есть. Скины, новый бравлер и так далее. Начнем, давайте, со скинов. Начнем, начнем с монеток и так далее, с усилителей и так далее. Потом начнем уже с обычных ящиков, больших ящиков и мега ящиков. А потом уже перейдем на бойцов. Так, прокачиваем всех, у кого нету. Да, и монетки можно забрать, и вот Шелли прокачать на 11 силу. Надеюсь, что вам ролик понравится. Я когда-то снимал ролик про Brawl Pass. Там это была Джанет вроде бы. Или нет? Которая летает еще. Вот я по нее снимал. О, сейчас надо на ему посмотреть, где она. Она внизу где-то. Так, вот я про нее снимал. И этот ролик набрал, ну, 20 просмотров. Или не 20. Я, конечно, не помню, сколько он набрал. Поэтому этот ролик набирает побольше, чем тот. Так, открываем. Что-то у меня сегодня будет очень много монет. А, да. И вы знаете, что вышел новый боец, сверхредкий. Как там его зовут? Я не... А, ну ладно, откроем один большой ящик. Мне кажется, с него ничего не выпадает. Так, ну монетки надо еще забрать. Усилители. Монетки. Спрей. Еще раз усилители. Стоя, все, у меня уже Шелли будет прокачана, походу, полностью. Здесь кто-нибудь другого прокачиваем. Давайте... О, Эдгара на 10-й. Во, все. Все, Эдгар на 10-м будет. Так, а вот монетки еще. Ну все. Начинаем с больших ящиков. Первый, и тут ничего. Второй. А это уже ничего. Нет, смотрите, подписчики, я хочу выбить вот этого бойца. Вот мне осталось всего лишь так 6 бойцов. Ну, уже будет 5 бойцов, потому что я сейчас этого только что сейчас возьму из Бравл Пасса. Надеюсь, мне где-нибудь кто-нибудь выпадет. Так, так, большой ящик еще один. Открываем. Так, вот еще один большой ящик. Открываем. Вот еще один большой ящик. Открываем. Еще один. Пожалуйста, почему не выпадает мне этот боец? Он же сверхредкий. А. Будет жалко, если мне ничего не выпадет. Так. Пожалуйста. Пожалуйста, блин, а с этой пару один ящик, кстати, большой. Один. Два. Три. И, пожалуйста, 100 монет, ё-моё. Так, ладно. Теперь поступаем к ой, к каким большим, к мега-ящикам. Первый мега-ящик. Один. Давайте два. Пожалуйста. 8 предметов. 8. 10! 10 предметов! О май гад. О май гад. Три предмета светятся. Так, гаджет. Гаджет. Пожалуйста, боец! Да, блин! Ай. Я думал, что боец мне будет. 10 предметов, о май гад. Ладно, к сожалению, не выпал. Дальше смотрим. Вот, еще один мегаящик. Один. Два. Три. Пожалуйста, 8. 8! Да, блин, 7. Так, смотрим. Вот он еще один. Один. Два. Три. Пожалуйста.
так 5-7, ё-моё. Почему не попадает никто? Так. Что? Последний мегаящик, ё-моё, мне никто не выпал. Ладно, пожалуйста, один вариант. Один. Два. Три. И, пожалуйста, 8. Так. Пожалуйста. И... Боец! Да! Есть! Все, моя цель выполнена. У меня есть новый боец, Газ. И забираем, конечно же, его. Опа! Есть. У меня теперь все хроматики. Так, теперь забираем все его значки. Так, сейчас. Тут много значков. Может быть, я сниму видео, как я скин получаю еще. Все. Так. Нифига себе, сколько квестов. Это хорошо. О, сейчас брал пасса. Капец, я могу сейчас весь брал пасс пройти. Все, ребята, ждите новые ролики. Месяц 50 с чем-то. Как там? Бойцов. 56 бойцов. Сейчас давайте мы это все прокачиваем, всех, кого можно прокачать. Так, Эдгар. Эдгар на 10-й иди. Так. Потом ты давай на... Мега этот... Так, ты смотришь, я могу... А, я тебя уже не смогу поднять. Так, тебя не хочу. Тебя Отиса поднимем. Ну и все. В итоге мне остаются одни легендарки. Я, конечно, ожидал, что этот Brawl Pass мне принесет, не знаю, побольше. И так хорошо. Всем удачи и всем пока. Пока.